Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня немочка, и открыли наконец-таки дерево. Единственное, я не знаю, я хотел бы, конечно, потратить под дерево накопленные 6 косамов, но, блин, я знаю прекрасно, что надо 1015 как минимум сюда влить. Может, меньше. Ну, кто на немке делал, потому что на разных серваках по-разному бывают вот эти вот итемы. Вроде такое же количество. 2, 3, 4. Ну, я, по-моему, бегал, надо будет посмотреть. Либо напишите, кто забирал, сколько максимум само выходит. Там, по-моему, в районе 15к. Ну, как повезет. А, можно было бы такой, конечно, вариант забрать. С того, что есть интересное, вот так вот сделать. Вот такие вот итемы. Вот такой вот вариант. Мне здесь надо ремочка однозначно. У меня ремки до сих пор ни одной нету. Ну, тут, конечно, одна девятка. Ну, хоть так, скин. Ну, самое топовое это фиолетовое. Но я не знаю, наверное, придется все-таки терпеть неделю. Наверное, копить. Единственное, откроется еще дополнительно у нас скоро набор. И я пока, к сожалению, не знаю, что лучше сделать, но, наверное, буду все-таки стараться копить еще до следующего дерева, чтобы забрать именно найм и забрать еще монетки. Потому что найм здесь реально топовый. Не знаю, вот я думаю, напишите в комментах, кто бегал, кто знает, сколько чего надо по максималке. Ну, мне кажется, за 6к это... максимум, что зеленые заберу. Может, конечно, повезет, там выпадет что-то еще, но не знаю. Я пока в раздумьях насчет этого. У нас сегодня поехали дальше. Сегодня как-то странно, нету вообще скудненько по акциям на немке. Вообще нифига толкового нету. Открылось у нас также дополнительно здесь яйца, разбей яйца. У меня есть 15 монет, но... Не знаю, неохота, конечно. Тут 8 эмблемы, расходники, все дела. Конечно, сундуки, чтобы выпали, это было бы круто, 100 штук. Божество, мастера рун я получил. Берсерк тоже, в принципе, с одной стороны, классный герой, но мне он не нужен, я подземки прошел. Остальные расходники как-то такое. И под это слить монеты тоже не хочется. Хочется подождать магазин, либо еще что-то, где будут монетки нужны. В общем, пока... Честно говоря, я в раздумьях насчет этого, что делать. А мы поехали сюда, будем пробовать сегодня обратно же проходить одним героем. Я бегал одним героем. Сейчас попробуем с вами зафармить. Получится, не получится, не знаю. С панчбоксом. Я в прошлый раз показывал вам, я еле-еле зафармил 3 этажа, потому что реально было очень сложно. За счет того, что я взял Фрейю, я взял сюда лисицу, и они в итоге просто тупо добавили мне силы, и я не смог ничего сделать. Поэтому я решил вот таким вот вариантом, в одно рыло, в одного героя, 30-го прорыва. Огник у меня, в принципе, нормальной прокачки. И пока, как видите, более-менее нормально. То есть пачки попадаются без эволюции. Но это первый этаж. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше. Ну, не знаю, посмотрим. Может нормально зайдет. Будем надеяться. Пока первый этаж, конечно, простенький. Здесь ничего такого сложного нет. То есть первый этаж мы проходим без проблем. Самое интересное будет дальше. Ну, мне надо Мэри, у меня нету божества. Есть, конечно, вариант потратить эти монетки, попробовать словить божество. Но я не знаю, блин, что-то не хочется тратить сейчас все монеты. И в итоге остаться. Ну, магазин тоже. Магазин здесь не такой, как на английском там сервере, на других, где можно вытащить там коробки, можно сумки какие-то получить. Тут сумки на лисицу у нас были, по-моему. Ну, магазинчик слабенький. Очень слабенькие монеты, по сути, на него тратить неохота. На вот остальные герои, ну, если бы у меня не было мастера, так у меня мастер есть, получается. Тот не нужен, божество, там, шанс такой. Единственное, либо сундуки, либо
божество, это с топовых наград, все, что мне надо. А это будет обойдется нам, о, нифига себе, это обойдется нам в 11. Реально, это дофига. Ого, нифига себе, мы их зафигачили, просто изи. Это обойдется нам в 11 монет, и неохота, конечно, это делать. Так, вот здравствуй, огник, видите, поднял... Поднял, к сожалению, силу, и начали огники попадаться. И причем попадаться так конкретно. Ну, пока терпимо. Второй этаж по дамагу, смотрите, вообще отлично. Огненка плюс подашка плюс панчбокс. Я говорил, качайте, у кого есть возможность панчбокс. Ой-ой-ой-ой-ой. Вторая эволюция. Ну, не страшно. Самое главное, чтобы мы Ронина ушатали потом. Так, здравствуй, Ронин с отхилом, что ли? А, нет, там обычный с отхилом, но там вроде простенький Ронин. Надо по нему просто нормально распопасть. Мы фактически ему там фулл хп сносим. Вот, блядь, хилит максималку сразу же, охренеть. Сейчас увидите по хп. А, не, нормально все зашло, под скилл попал. Без проблем. Ронинов тоже надо опасаться. Ронины, Фрейи. Против Ронина у меня, в принципе, есть лисица, но если я ее возьму, поднимется сила. Надо Мэри доставать. Когда будет Мэри еще, и либо божество, будет все попроще. Но пока... Как видите, одним героем хватает огника. Вот не зря я тратил, не тратил, точнее, ресурсы и оставил одного героя на максимальную прокачку. И в принципе, мне теперь этого хватает, чтобы без проблем на мои силы фармить. В принципе, на Сардальке также, только там Фрейя. Но с Фрейей, мне кажется, посложнее все-таки проходить. Там есть свои нюансы, но огник поярче будет все-таки, поуниверсальнее, чем Фрейя. Ой-ой-ой-ой-ой, поспешил. Такс. Будем надеяться на то, что Фрейя здесь не очень заряжена, потому что можем сейчас просто пролететь. Честно говоря, сейчас Афина нас будет. Так, смотрим, что за Фрейя. Вроде без подхила. У меня просто недомогания нету на огнике. И это реально печально. Она еще с львицей. О, у меня панчбокс, в принципе. Сейчас будем пару заходов, судя по всему, делать. Как минимум. Ну, лучше так, чем вообще никак, я считаю. Хорошо, что есть возможность, кстати, что герои не обновляют свою жизнь после перезахода. Потому что это реально было бы печально. То есть ты заходишь в бой, и у тебя герой фуловый, это вообще без вариантов. Так, хоть пока какие-то варианты есть для прохождения. Плюс у нас сегодня здесь обалденный фонтан, где тоже дают осколки. Фонтанчик вообще топовый, ты можешь взять осколки, можешь забрать монетки, то есть ты вообще, по сути, нифига не тратишь, это однозначно плюс. Половину ушатали, сейчас думаю, убьем уже. Слабенькая пока что, но второй этаж, в принципе, неплохо. Если сравнивать с моей, я не знаю, топовой пачкой, да, там с максимальными 30-ми прорывами героями, как я брал у себя на основе, это, конечно, небо и земля. Попробуем, я хочу попробовать еще также попробовать одним героем-огником на основе, посмотреть, что у меня получится. Там силы десятки раз больше, то есть там сколько, ну, получается плюс-минус там 20 раз больше силы. Это реально будет посложнее. Но тут, как видите, панчбокс плюс то, что он дополнительно еще дамаг наносит, то есть он своей зоной реально офигенно дамажит. Если бы у меня была Фрейя, я бы Фрей очень долго убивал, потому что Фрейя будет переагриваться, она голубей, то есть она не всегда будет бить Фрейю. Ну, есть свои нюансы, конечно же. Это, конечно, минус. А тут, в принципе, однозначно покруче. Я не досмотрел, что есть Фрейя напал. Но я думаю, сейчас без проблем затащим.
Так, отлично. Вот, в принципе, без разницы, что брать, смотрим. Ой, тут вообще изи. Вот, видите, в одного героя как-то попроще. То есть я поставил в прошлый раз Фрея, кто смотрел сет, и это было реально жесть. Так, второй сундук есть, поехали на третий. Ну, по сути, уходит где-то 10 минут при таком фарме. Но сейчас я не знаю, как мы на третьем можем зависнуть. Но панчблок здесь однозначно, это самая топовая тема. Особенно на героя, на котором есть ограничения. Он просто тупо... Так, включился. Это не страшно. Не без эволюции особо. Пару минут и этаж пройдем. Тут Фрея мелкая. Ну, кстати, тут Фрея мелкая. Блин, опять не посмотрел. Можем сейчас опять в задницу попасть. Что, блядь? Да ну нахер. Вот вам, ребята, вот вам герои без эволюции. Посмотрите, что они делают. Просто пипец. Я в шоке. Вот вам третий этаж. Вот вам третий этаж, там было с эволюцией, все дела, посмотрите, посмотрите здесь на домах, по 300, по 400к влетает. А я ее вообще еле-еле пробиваю. Офигеть просто. Просто без, знаете, без комментариев. Разница, да, без эволюции. И там было с эволюцией, если я не ошибаюсь. И посмотрите внимательно. Разница. Нас просто тупо вынесла пачка, но вообще ни о чем. И мы сейчас, я не знаю, сколько мы ее будем бить. Ну, будем дофига бить. В общем, такой вот видос, ребят. Буду думать насчет, напишите в комментах насчет локаций, которые я показал в начале, насчет дерева и насчет этого. Я не знаю. Я не бегал, не играл. Кто вытаскивал, напишите, какие шансы там что-то нормальное словить, потому что жалко такие там тратить. Все. Всем удачи, всем пока, у меня еще будет 5-10 минут прохождения одной Фреи.